Привет, Ирина. О, Рома, привет. Окей. Pentru o cină romantică, ai alege alimente afrodisiace sau ai pune accent pe atmosfera generală a serii? Ну, если у тебя в жизни один раз это случилось, чина романтика, то теоретически тебе надо все подготовить. И правильную музыку, и хорошую атмосферу из гумола, и, соответственно, выбрать хорошие вина и продукты афродизиаки. Например, устрицы, игристые, потом красненькие. Ну и может, конечно, розе 16 градусов алкоголя, это вообще самое романтичное вино, мне кажется, для рандеву. Атмосферу вечер. Într-un spațiu public închis, cineva refuză să poarte mască. Îl rogi să o pună, iar dacă nu o faci, alertezi autoritățile sau îl ignori și încerci să păstrezi distanța socială. Ну, конечно, не бывает два варианта. Можно предложить его с собой открыть бутылку игристого. Но в крайнем случае, если он уже там не идет на компромисс, конечно же, это изначально надо спросить. То есть я бы спросил человека, типа, можно надеть маску или одеть? Надейте. Да, конечно, я его подойду и спрошу. Убедительно. Я редко хожу в публичные места, так как в транспорте я езжу на машине, либо хожу пешком, поэтому как-то не задавалось это такое, не было у меня такого инцидента. Într-o amiază caniculară ai alege un prânz complex din mai multe feluri de mâncare sau un singur tip de bucată alături de legume proaspete. Ну, так как вы сомелье позвали, я бы сейчас только крошку ем, потому что мне жарко, и запиваю рислингом. Идеальное сочетание, по-моему. А есть вообще суп немецкий с добавлением сразу рислинга, так что это самое то. Холодненький, хрустящий, такой минеральный, прям самое то. Под жару заходит, прям замечательно. Конечно, со свежими овощами блюдо. Care este norma de consum al vinului pentru bărbați și pentru femei? Вот, здесь очень хороший вопрос. Раньше у нас было гендерное неравенство в этом вопросе, и женщинам можно было 4 раза в неделю выпить по бокалу вина красного 150 мл. Сейчас правило, а мужчине, соответственно, 2 бокала 4 раза в неделю. Это не значит, что тебе в конце недели ты full house, и ты собрал за 4 дня все количество. В сегодняшний день английские ученые доказали, что объемы одинаковые, то есть 4 раза в неделю по 150 мл красного вина. Женщина может выпить 750 мл вина за хороший ужин с девичником, хорошей компанией в течение там 4-5 часов, пока мы точим лясы. Мужчина может выпить гораздо больше на самом деле, потому что масса мужчины больше и не вина, а покрепче может. Cum ai încercat să reduci stresul? Printr-o plimbare în aer liber sau mâncând ceva ce îți aduce plăcere? Ну, лучшее средство избавления от стресса – это съесть того, кто тебе, за кого ты застрессовал. Но если не получается, конечно, пройтись, прогуляться, поваляться в гамачке. А можно в дендрике под хорошую розешку, прям с клубничкой. Так стресс снимает. С хорошей книжкой, джаз. Гуляй на свежем воздухе. Dacă ai face un antrenament sportiv solicitant, ai alege apa plată sau cea minerală? Во время тренировки нам нужно использовать воду негазированную. Единственное место, где полезно использовать газированную воду, это для того, чтобы освежить рецепторы перед началом питья. Потому что пузырьки, например, игристого или пузырьки в газированной воде немножко освежают рецепторы, и ты уже лучше воспринимаешь и алкоголь, и вообще жизнь. Я буду пить минералку без газов. Alegând un produs semifabricat, ai atrage atenție doar la termenul de valabilitate sau ai analizat și lista de ingrediente? Ну, конечно, надо все проанализировать, и состав, и подноготную. Но термин, например, термин срока годности не всегда точно определяет качество продукта. Например, в вине законодательство обязывает 2 года срок годности писать, минимум 2 года писать на бутылке, хотя на самом деле мы знаем, что красное вино может храниться больше, если в правильных условиях. Поэтому надо обращать все-таки внимание на состав в первую очередь, а уже и, конечно, не в последнюю очередь, и на срок годности. Я такая хозяйка, что я покупаю в кулинарии в коробочке еду, а она как зачастую всегда свежая. Consumi fructe doar până la amiază sau pe parcursul întregii zile?
Я жру целый день, но вообще люди говорят компетентные, что нужно есть в первой половине дня. Но им не верю. А фрукты я кушаю обычно лежа в постели, запивая бокал шампанского. Ce vin este mai sănătos, alb sau roșu și de ce? Практика показывает, что красное вино, оно более полезное. Дело в том, что там содержатся танины, больше антиоксидантов и хороших штук типа резвератрола. Поэтому красное полезнее, белое под жаркую погоду вкуснее и приятнее. Все зависит от количества. На количество мы отвечали в прошлых вопросах. Для меня белое обычно с пузырьками, оно более здоровое, потому что оно очень хорошо успокаивает нервы, поднимает настроение и вообще крутое. Сахар алб, сау сахар брун. Я считаю, что карибский сахар сам лучше. Коричневый. Пакет de la supermarket сау торба экологика. Я думаю, что торба это прекрасно. Торба обязательно. Вин сау коктейль фор алкоголь вара. Ну, винчик, конечно. Вино, конечно. Фрукты конжелате сау дульчаца дин фрукте. Я замороженные фрукты прям люблю. Замороженные. Бурете де душ натурал сау манушэ синтетика. Странные вещи для любовных утех, но давайте натуральные. Натуральные. Apa minerală este bogată în calciu, magneziu și potasiu, iar cea carbogazoasă este îmbogățită cu bioxid de carbon. Optează pentru apa minerală în timpul antrenamentelor solicitante. Alege îndulcitorii naturali, precum stevia sau mirea de albine, întrucât diferența dintre zahărul alb și cel brun este nesemnificativă. Pe timp de caniculă, alege băuturile nealcoolice. Alcoolul deshidratează. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 230 de ml de vin pe seară pentru femei și între 230-450 de ml pentru bărbați. Aceste cantități sunt inofensive pentru consum. Prepară alimentele acasă și evite la maxim culinariile, întrucât compoziția și calitatea produselor gata preparate nu poate fi întotdeauna verificată. Alege vinul roșu, întrucât acesta este mai bogat în antioxidanți.